Коллективные приборы учета теперь будут закупать сами управляющие компании. Изменения в законопроект рассмотрели на заседании парламента. Сейчас эта обязанность лежит на самих жильцах многоквартирных домов. Сегодня же депутаты поддержали законопроект, который предлагает поднять стипендии до уровня минимального прожиточного минимума. По их мнению, сейчас размеры стипендий недопустимо низкие и фактически не обеспечивают ни одну жизненно важную потребность человека. Немало споров вызвал законопроект об административной ответственности за отдельные виды правонарушений. Там они заявили намного больше, чем у нас прописано, и то, что они заявили, я думаю, вызовет большие вопросы и у нас, и у населения, и, я думаю, у органов надзора, поэтому, наверное, мы будем его отдельно как-то рассматривать. То есть там расширяется, мы прописываем сейчас только мусор, а у них там, ну, целый перечень.